134 ДТП с начала года. Каждое третье происшествие на дороге по вине пешехода. Каждое пятое с участием детей. Печальная статистика в Кызылординской области послужила поводом для принятия экстренных мер. В регионе дан старт профилактической операции «Внимание, дети». Она направлена на снижение числа дорожных аварий с участием школьников и продлится до самого сентября. Водитель этого «Жигуленка» сбил двух малышей, выбежавших на проезжую часть. 8-летнего Алишера и 4-летнего Еркина спасти не удалось. Дети погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла месяц назад в Жанакурганском районе. Следствие по громкому делу продолжается до сих пор. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствием проведен ряд экспертиз. Ждем результатов. Водитель «Жигулей» задержан и водворен в изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана, то предусмотрено наказание от 5 до 11 лет лишения свободы. Согласно ежегодной статистике, число таких аварий резко возрастает в период школьных каникул. Поэтому сейчас в регионе объявлен старт операции «Внимание, дети». В течение 3 месяцев экипажи патрульно-постовых служб будут дежурить вблизи летних оздоровительных учреждений, а дорожные инспекторы проведут ряд занятий с подростками, воспитанниками детских садов и их родителями. Сначала взрослые сами должны научиться вести себя правильно на дороге, затем уже показывать пример своим детям. Нельзя пренебрегать правилами дорожного движения. Дети должны запомнить, дорога не место для игр и шалостей. Дорога – это опасно. За 5 месяцев в Приорале произошло 134 дорожных происшествия, 25 из них с участием детей. 5 малышей погибло, и еще 22 получили травмы. Чтобы направить кривую статистики на убывание, приложены все усилия. Одну дорожную операцию заменяет другая. Есть результат. В начале года рост ДТП по региону составлял 80%. Смертность на дорогах возросла на 133%. Количество травмированных на 75%. В результате проведенных профопераций удалось снизить число ДТП на 5,5%. Количество погибших и травмированных на 3,9%. Наряду с профилактическими мероприятиями планируется провести инспекцию всех имеющихся в регионе автошкол на предмет качества обучения. Дорожные полицейские надеются, что все эти меры позволят сберечь не одну детскую жизнь. И если в дорожных сводках аварий с участием детей станет меньше, усилия и время окажутся потраченными не впустую. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлыханов, Кызылорда.